Всех приветствую. Продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Ванны. Ванны в скандинавской мифологии – небольшая группа богов плодородия. Жили они в Ванахейме, далеко от Асгарда, обители богов Ас. Ванны обладали даром предвидения, пророчества, а также владели искусством колдовства. Кроме этого, им приписывались кровосмесительные связи между родными братьями и сестрами. К ванам относили Йерда и его потомство Фрейра и Фрей. В древних легендах рассказывались о войне, которая положила конец Золотому веку. Поводом к Первой войне послужил поступок злой колдуньи Хейды, пришедшей в поселение асов, которые забили колдунью копьями и пытались трижды сжечь ее на костре, но злодейка снова воскресала из пепла. Начало войны было положено предводителем асов Одином, который метнул свое копье в направлении Ван. Боги плодородия пошли в наступление на небесное селение асов, но асы оказались сильнее, и борьба закончилась обменом заложниками. Войну асов и ванов можно интерпретировать как борьбу за священный мед, который воплощал в себе некий космический принцип осознания жизни. По преданию, ванны считались хранителями священного меда. Ванны послали в Асгард бога моря Ньорда и его детей-близнецов Фрейра и Фрейю, а вместе с ними Квасира, мудрого человечка, созданного из слюны богов, которые в знак примирения между асами и ванами плевали в кувшин. Асы тоже отправили в Ванахейм заложников Хёнира, брата бога Одина, который даровал первым людям чувства, и мудрого Мимира. Сначала Хёнир и Мимир были радушно приняты ваннами, но вскоре те пришли к выводу, что на обмене с асами они проиграли. Нерешительный Хёнир не мог слова сказать, если рядом не было Мимира. Ванны решили, что Мимир является не только голосом Хёнира, но и его умом. Разгневанные, они отрубили Мимиру голову и отослали ее асам. Один обальзамировал голову несчастного, затем прочитал над ней заклинание, возвращающее дар речи. Впоследствии Один поручил голове Мимира стеречь волшебный источник под корнями мирового древа Игдраси. Желая получить часть знаний Мимира, Один отдал ему один глаз за разрешение попить из источника мудрости. Перед последней битвой богов и чудовищ Рагнарёк, Один должен пойти к источнику и там и спросить совета у головы Мимира. Ну вот так вкратце из скандинавских саг о ванны. В скандинавской мифологии небольшая группа богов плодородия. Пока-пока, до свидания.